Ребята, мы забежали на минутку в библиотеку поменять наши книжки. Я хочу вам показать вообще, как мы любим это место и что здесь есть такого. Вот детский для совсем маленьких отдел. Здесь можно выбирать книжки для ребят совсем-совсем маленьких. Здесь для ребят постарше. Софья пока ищет, что, чтобы ей выбрать. Вот, а здесь ты пользуешься самообслуживанием. Ты проводишь свою карточку. После этого ты подставляешь по штрих-коду книжки, которые ты берешь. Ну и, соответственно, они зачисляются тебе на счет. После того, как ты приносишь, ты их сдаешь в определенное окошко. И после того, как ты сдал, их как бы списывают с твоего счета. Вот и все. То есть ты делаешь сам, никаких карточек, ничего. И здесь книжки для более тинейджеров, для более старших деток. Вот, поэтому просто хотела показать вам, как это все это выглядит. Есть еще, конечно же, компьютерный отдел. Здесь и ребята, и взрослые учатся. Кто играет, кто учится. Для людей старшего поколения организовывают такие небольшие школы, когда ты можешь прийти поучиться в библиотеке, как пользоваться компьютером. То есть эти компьютеры стоят не только для того, чтобы ребята играли там или распечатывали свои документы, может быть, у кого нет компьютера, а еще таким образом устроена эта комната, что взрослые учатся, как отправлять почту, как пользоваться интернетом, как вообще, что такое компьютер и какие функции он делает. Это для людей старшего поколения делает. Сейчас еще спущусь вниз, покажу вам для взрослых.